Здравствуйте, дамы и господа. Очень бы хотелось сказать вам прямо сейчас, что нас ждет 3 января продолжение Тур де Ски сезона 2017-2018. Но, к сожалению, оно нас именно что не ждет. Видите, какие кошмарные погодные условия в этот день в Оберсдорфе. И, соответственно, из-за этого классический спринт не состоится. Это должна была быть четвертая дисциплина в программе Тур де Ски, но, к сожалению, мы здесь соревнований не увидим. Еще накануне стало понятно, что проблемы с погодой нас ждут. Прогноз погоды был чрезвычайно неутешительным, и он в итоге полностью оправдался на 100%. Штормовой ветер, дождь при этом, ну и по этим кадрам.